Всем привет, дорогие подписчики, гости моего канала, на связи снова Дровивка. Продолжаем играть с вами в The Trigger 2. В предыдущем ролике мы играли, используя штурмовую винтовку и пистолет-пулемет. А сейчас мы с вами будем играть, использовав Стейраук. Это у нас штурмовая винтовка с дальностью практически максимальной, скорострельность выше среднего, боезапас средненький. Так, потом вторым оружием мы берем дробовики КСГ с уроном отличным, в принципе. Боезапас маленький, скорострельность маленькая, дальность тоже маленькая. Но мы просто берем из того расчета то, что как вот идут, так мы и будем использовать их. Конечно, там будет уже меньше по убиваемости, наверное, будем на легком играть. А из ближнего я взял катану. Но, блин, у нее этот как он. Убойность маленькая, но просто опять же тоже смотрим, что это такое. Так. Что тут у нас? Штурм, уничтожение, уничтожение. Можно попробовать на тяжелом, но я на тяжелом потом, когда усиление включу, тогда на тяжелом сыграем. А то сейчас просто беспонтово. Смысла большого не будет. Играет на уничтожении, на высоком уровне. Там они будут сильнее, их больше. Так, ну ладно, понеслась. Вот так вот у нас выглядит штурмовая винтовка. Вот он первый. Так, ладно, закроем. Нельзя зайти. Thanks. Еще один. Ладно, пока не будем уничтожать, пока не наберем 20 тысяч. А потом уже тогда можно будет. Так. Цепляжит появился, но ничего, мы сейчас его быстренько. Быстренько его сломаем. Блин, что-то я застрял. Вот моталки. Когда сопляжи в вас попадает, он как бы вас останавливает и жизнь забирает, естественно. Но мы сделаны не из теста, поэтому мы быстренько его уничтожим. Так, значит, в этом домике два. Да, в этом сарае две. Ну это хорошо, в принципе, значит, тут дохрень сейчас будет. Опять сопливые появились. Что-то быстро сопливые появляются. Но это и нам-то это все равно, наоборот, хорошо. Больше бабли работаем. Я раньше вообще все время играл на уровне сложном. Но вот, когда он попадает, что случается. Но когда получил 47 уровень, что-то как-то они стали тяжелее. Блин. Побери. Ёкаром подай. Блин, какой же он медленный все-таки. Shadow Gun Intelligence, конечно, в этом плане хорошо сделали. Там, по крайней мере, они двигаются быстро. Здесь они как эти. Как черепахи ползают, короче говоря. Вроде и оружие-то не тяжелое, а в итоге он ходит медленнее, чем можно вообще представить себе. Что-то их тут дохренища. Так, что-то мы не говорим ничего об оружии. Ладно, сейчас давайте этот возьмем сначала. Так, это у нас дробовик. 12 обойма у него. Ну, в принципе. В принципе, вот пока ничего, мы сейчас посмотрим дальше. Какой нет, туда не пойдем. Мясо. Ой, блин. Да, надо будет обязательно сделать обзоры на ближний бой. Но я имею в виду не на ближний бой, в плане прицел что-нибудь будет. Потому что так, конечно.
Что, где толстяк какой-нибудь? Вроде же был. Я стрелял, я вам помогу. Найс. А, вон они. А мы сейчас сделаем вот так вот, хитро. Хитро сделаем. Ладно, одну уничтожим уже. Ну да, дальность маловато у меня, конечно. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой, еще один, ё-моё. Блин. Ты когда ты уже сдохнешь, блин? Толстожопый. Еще один толстожопый. Так, ладно. Нет, так-то вроде дробовик ничего так. Вроде нормальный, но чего-то не хватает, блин. Не знаю пока чего. Вроде и урон у него большой, но, наверное, скорострельности не хватает. И дальность у него маленькая. Надо практически надо близко подходить очень, чтобы он начал стрелять. Это, конечно, найс. Так, а что там у нас это там не работает или работает? Работает. Боезапас 12 у него. Дальность, сами видите, какая. Найс. Так, опять цепляжик появился. Так, все. Сломался уже. Ну ладно, в принципе, не нужно. Пока справляемся. Ну блин, приходится по 100 раз стрелять, в принципе. Блин. Цепляжуй-то, а? Бузок, рамбабай. Мне кажется, поближе подойти. Блин. Да, перезаряжает он долго. Двух раз обычного дрыща убивает. Ну, хотя если очень прицелиться нормально, то он, в принципе, и с одного раза уничтожает. Так, ладно, что там у нас, значит, у нас один там. Ладно, уничтожим, двадцатник есть уже. Блин, охренеть, еще три, нифига себе. Не знаю, потом посмотрим, когда буду делать видюшки на ручной. Блин. Ну давай ты, рамбабай. На ближний бой, когда будет с этим, как с ручной перезарядкой и с прицелом, возможно, будет круче. Ну, круче это оружие будет выглядеть. А так сейчас пока как-то не очень. Ну да, боезапас, во-первых, маленький, это точно. Не, я понимаю, что это дробовик, да, но... На обычных дрищей с двух раз убивает. То есть зарядка каждые 2 секунды происходит, потому что он не убивает просто. Мощности не хватает, видимо. Пока не очень доволен этим оружием. Nice. Пока перезарядит, время сколько проходит.
Но если очень близко подходить к противнику, то с одного раза он убивает. В принципе, тоже хорошо, но, блин, это надо близко подходить слишком, тоже не айс. Так, ладно, теперь вот этот. Штурмовая винтовка. 42 у него. Безопас. Убойность хорошая. Это точно. Так, ладно, пойдемте мы еще двух уничтожим. Уже 25 есть. Так, что там по стажету появился. Не, убойность отличная у него. Сейчас пока не знаю, что какой минус здесь. Скорострельность тоже хорошая. 119. Так, ладно, пойдемте это еще две уничтожим. Или посмотрим хотя бы, где они. Может, чуть больше можно народу побивать. Ну, не народа, а эти такие. Зомбиков. Ладно, это уничтожим, в принципе. Так, и все. Ни одной хрюшки нету. А, вон вторая, блин. Ух ты, смотрите, сколько их, нифига себе. Нормально, такое количество сразу приволокло. Пять минут осталось. Блин, смотрите, сколько их, нифига себе. Так, ладно, пока тут оставим тогда. А мы сейчас, я знаю, что мы сейчас сделаем. Мы сейчас... Так, мы тогда в доме уничтожим. И пойдем этот какой. И возьмем... поставим помощников. 5 минут еще есть, в принципе. Блин, что-то я не туда пошел, походу. А где? А, я тут уже уничтожил. Сколько осталось-то, что они там убивали? Надеюсь, не стоит, что будем говорить. Блин, ни хрена себе, рядом прям. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У-ху-ху-ху. Нормально так. Не, отстойный дробовик. Не знаю, что-то мне... Вот что-то не знаю, что-то не хватает, блин. То, что он перезаряжает, во-первых, блин, по полчаса, короче, свое оружие. Дальность маленькая. Так, ну где еще-то один? Пойму, блин. What do we have here? А, вот он, ё-моё. Слепой я. Очень мотался. Не, какое, это оружие мне не нравится. Только его для видео делаю, а так использовать не буду. Какое-то оно косячное. Не, конечно, потом все равно сделаю ролик, когда на... на ручную перезарядку и прицел. Ну, блин, пока оно мне не очень нравится. Оно вообще мне не нравится, я так скажу. Перезарядка, блин, получасовая. Ближний бой только. Вот опять получается, начинает не заряжать. Перезаряжать, точнее. Убивает не с одного раза, урод стоит. Не, ну это просто жопа какая-то. Две минуты осталось. Походу я уже не успею эти так взять. Помощников. Уже, наверное, не буду делать помощников, да, потому что смысла нету. Наконец-то так. Ну хотя одного, ладно, используем. Так, а где у нас там один? Последний остался. А, вон, как раз отлично.
Ну вот, такая дальность у него. То есть отсюда он даже не попадает. То есть надо еще ближе. Короче, отстой. А этот дробовик сразу в отстой уходит. Ну как он перезаряжает долго, это просто писец. 60 секунд. 41 тысяча. Прям ладно, возьмем вот эту тему. Это покруче. Короче, не дробовик, а говно. Толк от него ноль вообще. Но зато вот эта штурмовая винтовка прекрасная. 30 секунд осталось. 30 секунд. Ладно, успеем. Все. До 45 мы успеем. Или не успеем. Тут никого нет. Нет, мы не успеем. Все, 15 секунд, ладно. Не успели. Ну что можно сказать про это оружие? Дробовик можно вытеснять, потому что смысла от него нету большого. Заработали с вами 13 660 очков. И денег 111 тысяч. В принципе, хорошо. Но, блин, с этим оружием это, конечно, беда. Беда. Мне дробовик не понравился. Вирус мутировал, враги стали становиться сильнее, улучшить оружие, предметы. Вот это да. Вот это прикол. А как я могу... А что? Что я могу улучшить? У меня только улучшить-то осталось, блин, в принципе, отстой всякий. 50 миллион. Станет 6 тысяч всего. 4 тысячи станет всего. Но... Что тут? А это у меня уже все максимальное, блин. Так, где-то надо найти еще, да? Я ничего не нашел еще. Один из двух. Купить, только купить. А найти как? Вот это бы найти еще тоже было бы классно. Ну ладно. Так, все, что? Так, все, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.